что во время моего выступления ни один человек не пострадал. Это первое правило, не раскрывать секрет. Поверь в магию, это радость, счастье и улыбка. Александр Яблочков – это чудо! Валерий Платочек, и там неожиданно появился с тобой с другой. Александр Яблочков вдохновил. Он очень умный, потому что придумывает такие хорошие фокусы. Да, Александр Яблочков фокусник. Лучше него я никого не видел. Надо идти вперед, пытаться творить что-то, делать новое, собирать залы, делать новые номера, показывать их зрителям.